В России сегодня день Черноморского флота. Десятки боевых кораблей, это и ракетоносцы, и крейсеры, и подводные лодки отвечают за безопасность южных рубежей нашей страны. Состав каждый год обновляется, а ударные возможности увеличиваются. Черноморский флот был основан 236 лет назад по указу Екатерины II. Именно к ее памятнику сегодня в Севастополе моряки несут цветы и венки. Также в городе провели торжественный молебен во Владимирском соборе усыпальницы адмиралов.